Выставка «Живое дело». Тема выставки многозначна. Воздух. Воздух наполняет все вокруг нас. Без него невозможна жизнь. И, конечно же, для каждого художника, как воздух, необходима возможность творить. Как воздух, нужно вдохновение. Как воздух, нужна команда единомышленников, которые поддержат, которые помогут, которые натолкнут на новую яркую идею. Это работа большая, творческая работа, которая порой произведения вы пишете ночами, правда? И она удостоена таких больших вниманий и заслуг именно грантов в Вологодской области в сфере культуры. Я хочу пожелать этой выставке, которая пройдет с 18 сентября по 31 октября, а может быть, пожеланием посетителей, она продолжится до Нового года. И пожелать вам творческих успехов, успехов выставки, успехов преподавателям, организаторам, новых идей, новых проектов. И закончить словами Пастернака, Бориса Пастернака. Не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложник, у времени в плену. Удачи вам и удачной выставки!